Президент в апреле месяце поддержал такую реформу, принял новый закон с поправками. Поэтому я за то, чтобы был городской округ. В апреле месяце президент Российской Федерации подписал исправление федерального закона. Я представляю Солнечногорское местное отделение партии «Единая Россия». Я действительно не из вашего поселения. Я сегодня представляю Солнечногорское местное отделение партии «Единая Россия». Мы с вами единый народ. Я против того, чтобы не строили школы, детские сады. Я за городской округ. Я съездил в Химкинский округ. По морде видно, господи. Я съездил в Мытищинский городской округ. Смотрел, я разговаривал со всеми жителями. Просто шел по улице и с ними разговаривал, останавливал каждого. Они живы после этого? И задавал единственный вопрос. Хуже стало или лучше? Мне отвечали следующее. Да, переживали. Да, немножко боялись. Но в итоге поддержали преобразование городских округов. И люди сейчас живут лучше и достойнее. Я очень много общалась с людьми из Мытищ, из Ленинского района, из Серпуховского района. И после образования в округах, честно говоря, люди там в шоке. Потому что на людей просто наплевали, на их права наплевали. Значит, если вы согласитесь на то, чтобы у вас поселок присоединился или преобразовался в округ, вы похороните сами себя. Поэтому... В голосовании приняли участие 698 человек. За объединение проголосовало 61 человек. Против 423.